За прошлый год в Мытищах произошло более 5000 дорожно-транспортных происшествий. Из них с пострадавшими 82 случая. Тем, кто попал в небольшую аварию, совсем не обязательно ждать сотрудников полиции. Оформить документы о ДТП можно на месте самостоятельно. Теперь в этом мытищинцам помогут в центре помощи при ДТП. Офис открылся по адресу Юбилейная, дом 27. Благодаря активному участию администрации городского округа Мытищи, спасибо большое за то, что нам такое прекрасное помещение подготовили. Благодаря Александру Владимировичу Мещерякову с его участием вот в этом ремонте замечательном. У нас теперь есть новый дом в вашем городском округе. Мы теперь готовы оказывать помощь жителям городского округа Мытищи, попавшим в тяжелую ситуацию. Инициатором создания такой службы выступила общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» и госавтоинспекция региона. Мытищи стали пятым городом Подмосковья, где открылся такой центр. Мы знаем о процедуре Европротокола. Все более и более популярной становится возможность оформить ДТП на месте без вызова экипажа ДПС, если у людей есть только претензии, связанные с материальным вредом, оформить все это, либо самим обратиться в свои страховые компании, либо воспользоваться помощью таких центров, которые открыты сегодня в Мытище. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера в центре будет работать трое сотрудников. Горячая линия принимает звонки круглосуточно. В службу будут переадресовывать тех, кто позвонил в 112 мест аварии. На сегодняшний момент мы видим, как снизилось количество выездов нарядов на место. До 70% оформляются на месте. Те, кто приезжают к нам, то же самое. Они приезжают, получают помощь, успокаиваются. И далее, в следующий раз, когда такая ситуация, не дай бог, случается, уже знают, куда звонить, где, кому обращаться за помощью. Помощь наша в центре бесплатная. Задача центра – помочь автовладельцам при ДТП, а также разгрузить дороги. Служба уже начала свою работу. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый Мытищинский.